Дорогие кадельницы, продолжаем вязать летнее платье. Оно должно быть легкое, воздушное, изящное, ажурное. Но поскольку человек в природе крайне ленивый, вывязывать ручные ажуры очень лень, очень. Поэтому я использовала замечательный способ – жаккард. Жаккард можно использовать яркую нить, можно использовать телесную, которая создает эффект просвечивающего полотна. Благодарю вас за совет, было очень ценно читать ваше мнение, когда вы мне советовали, какую пряжу использовать, какой цвет нитки использовать. И приняла решение использовать бежевый цвет. Абсолютно воздушно, изящно. Ощущение, что через полотно просвечивает тело, хотя оно абсолютно непрозрачное. Чудесная хитрость, маленькая, но очень ценная для ленивых и ищущих новые методики рукоделец.